стать другом для сироты. Более 40 детей из интернатов Мариуполя и Светогорска получили поддержку взрослых. Проект «Наставничество» фонда Рената Ахметова ориентирован на детей без родительской опеки старше 12 лет. Ведь подростков реже усыновляют и берут на воспитание в семьи. Им сложно адаптироваться в жизни, и чаще всего сироты нуждаются в добром совете. Анастасия Харченко – воспитанница мариупольского интерната. Полгода назад в ее жизни появился наставник. Бывает такое, что там обиделась там на мальчиков или на кого-то еще. Звоню, она говорит: успокойся, все нормально. Вместе с Валентиной девочка гуляет и делится сокровенным. Есть дети, которые нуждаются в этой помощи, в совете, и я это могу делать. Почему не делать? Перед тем, как им познакомиться с подростками, наставником работали психологи. Благодаря этому они нашли общий язык. Теперь ребенок точно знает, любые проблемы решаемы. Мы общаемся очень хорошо, у нас полное взаимопонимание. Валентина помогает советам буквально во всем. Как одеваться, как обуваться, как ухаживать за кожей, как готовить пиццу, как вести себя в какой-то обстановке вне школы. Помогает наставники в выборе профессии. Сегодня пришли в библиотеку, чтобы подготовиться к экзамену. Настя хочет стать стоматологом и планирует поступать в Тернопольский медицинский колледж. Доктор, это престижно. Было много выборов, но выбрала я туда. Жалеет Валентина лишь об одном, что не познакомилась с подопечной раньше, ведь решилась на помощь сиротам только после того, как собственные дети повзрослели. Поздно я появилась в ее жизни. Можно было раньше, конечно. Уже жалко, что ей придется вот летом уехать. Проект «Наставничество» – инициатива фонда Рената Ахметова в рамках программы «Сиротству нет». Год назад там начали готовить желающих поддержать детей. За это время обучили более 100 человек. Для Рената Ахметова всегда была важна проблема детей-сирот и оказание им помощи. Проект «Наставничество» направлен именно на то, чтобы помочь детям, которые выходят во взрослую жизнь в скором будущем, в социализации, в профориентации. Наставник – это своего рода друг, это старший товарищ, это близкий человек, с которым можно поделиться, который может выслушать. Валентина Слесарчук с фондом Ахметова с 2014 года. Тогда вызвалась быть волонтером. Формировала набор выживания для нуждающихся в зоне боевых действий. У меня тогда жили у нас друзья, семья из Горловки, беженцы. Я с ними все выходные, мы проводили там, помогали, формировали пайки эти, отгружали. 43 ребенка из Святогорска и Мариуполя благодаря проекту «Наставничество» фонда Ахметова получили поддержку взрослых. Главная задача – научить детей тем навыкам, с которыми они выйдут во взрослую жизнь. Инна Жиленко, Виктория Чистюхина, Оксана Корчма, Александр Шмырев, Александр Скиба для телеканала «Донбасс».